В Люберцах водитель маршрутки не захотел вести девушку по социальной карте москвича. Он агрессивно утверждал, что она не действительно в Московской области. Ишь ты! Своей камерой иди отсюда! Иди отсюда! Иди отсюда, по-хорошему! Иди отсюда! Иди отсюда! Иди! Ты должен спрашивать по-человечески! Я должен тебе что ли? Освободи! Освободи мой машину! Никуда не поедем! Освободи! Почему ты по-человечески не спрашиваешь? Водитель, мы все оплатили дорогу. Мы все оплатили, мы оплатили. Нет, ты должен платить. Ты кто такой? Вообще машина. Рули давай. Освободи машину. Я не освобожу машину. Освободи машину. Я не освобожу, поехали. Я тебе лично не отвезу. Освободи машину. Освободи мою машину. Все остальные, что должны делать? Вот семья, я тебе сказал, я не отвезу. Ты же ее не пробил карту. Не буду пробить. Не буду пробить. Все, я сказал. Освободи машину. Ты сказал бы сначала по-человечески. Я не должна. Освободи мою машину и все. Освободи. Руками не заставляй меня. Освободи. Освободи мою машину. Освободи. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.